Йога для стройности. Жиросжигающая тренировка. Часто бывает, что женщина занимается в спортзале, бегает, делает много кардио и за питанием следит, но вес не уходит. И я поняла одну простую вещь. Если вам эти тренировки не в удовольствие, то результата не будет никогда. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Рогелина Оксана. Я являюсь инструктором йоги, и я помогаю обрести стройность и здоровье с помощью йоги и правильных привычек. И сегодня я дам вам очень приятную тренировку. Это фит-йога, это практика для похудения, для уменьшения жировой массы. И так как она будет приятна, то вам захочется повторять ее вновь, и поэтому будет результат. Но, конечно же, похудение и стройность, и красота – это комплексное такое понятие. И здесь важно не только заниматься, здесь еще обязательно нужно учитывать свой настрой, учитывать свое питание. Если хотите получить от меня конкретные шаги, что нужно делать, чтобы обрести стройность и здоровье, то регистрируйтесь по ссылке в описании под видео. Регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс «Как обрести идеальное тело. 5 шагов». Я буду вас ждать. При регистрации вы также получите от меня бесплатный чек-лист «Как обрести стройность и здоровье». Проходите по ссылке в описании. Итак, начнем сегодняшнюю практику. Но для начала я немного объясню. Мы будем применять дыхание огня. Дыхание огня – это активное, жиросжигающее и даже не жиросжигающее, это немного преувеличено. Это улучшающая обмен веществ практика, которую важно выполнять, если хотите быть здоровыми и стройными каждый день. Делаем вдох-выдох. А затем, выдыхая, втягиваем живот. Вдох-выдох и громкие выдохи не вдыхаем. Попробуйте. Я выдыхаю носом громко, сильно, быстро и не вдыхаю. Вдох происходит самопроизвольно. Попробуйте еще раз. Вдох-выдох. Это дыхание мы будем использовать в практике. Я думаю, с практикой у вас все получится, поэтому приступаем. Мы начинаем нашу практику с настроя. Садимся удобно. Я сижу на коленях. Можете сидеть в простой йоговской позе. Прикройте глаза, буквально несколько циклов дыхания. Настройтесь на практику. Вдох медленный. Медленный выдох. Вдох медленный, медленный выдох. Постарайтесь отбросить все ненужные мысли. Будьте здесь и сейчас. Хорошо, открываем глаза, немножечко разомнемся перед практикой, потому что она будет очень активная. Вправо голова, влево. Право, влево, право, влево, круги. В одну сторону сильно голову не запрокидываем. Хорошо, в другую сторону. Разомнем кисти рук, давайте повращаем их вперед. Назад. И вот так, на себя ладонь, от себя, еще на себя, от себя. Будет много упоров, поэтому важно кисти, конечно, размять. Другая рука. Хорошо. Прокрутите плечи. Раз, два, три. Хорошо. Теперь встаем на передний край коврика в тадасану. Это простая поза стоя. Пальчики распределяем от мизинчика до большого.
Убираем прогиб поясницы. Если вы стоите вот так, то подкрутите таз, напрягите немного живот. И со вдохом руки через стороны вверх. Небольшой прогиб в грудном отделе. Выдох. Намасте. Наклон вниз. Возьмитесь за локти и покачайтесь из стороны в сторону. Полностью расслабьте спину. Смотрите, мой живот лежит на бедрах. Вот так не надо стоять. Живот на бедрах. Вытягиваемся вдоль ног. Расслабляемся. Со вдохом руки на голени, прогиб. Выдох, наклон. Руки в упор. Со вдохом планка. Выдох. Локти вдоль корпуса. Чатуранга. Можно с коленей. Вдох. Собака мордой вверх. Если вашей спине, пояснице неприятно, то делайте кобру. Или напрягайте живот в этом положении. Выдох. Собака мордой вниз. Здесь попереминайтесь ноги на ногу. Приятное вытяжение. Вдох медленный. Выдох. Вводите в положение собака мордой вниз. Задержитесь. Отталкиваемся руками от коврика. Тянемся тазом вверх. Колени не выпрямляем. Если спина вот такая скругленная, то колени присогнуты, спина вытягивается. Шея расслаблена. Дышим еще вдох. Выдох. Со следующим вдохом замах. Правой ногой назад, вверх. Смотрите, сейчас я бедро не разворачиваю. Вот так не делаем. Это вдох. Выдох. Колено груди и таз вниз. Хорошо. Еще вдох. Глубокий вдох. Выдох. Полный выдох. Живот напрягаем, таз вниз. Вдох. Выдох. А сейчас давайте раскроем бедро. Вдох. Раскрываем бедро. Поднимаемся на полупальчик. Вытягиваем вверх ногу правую. Левой толкаемся от коврика. Выдох. Скругляем спину. Живот в себя. Вдох. На полупальчик. Выпрямляем правую ногу. Выдох. Живот скругляем. Спину скругляем. Живот в себя. Фу. Вдох. На полупальчике стоим. Выдох. Фу. Вниз таз. Вдох. На полупальчик. Выдох. Фу. Вниз таз. Вдох. На полупальчик. Выдох. На руки опора. Вниз таз. Вдох. Вверх нога. Выдох. Фу. И здесь 5 выдохов. Как дыхание огня. Фу. 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 Молодцы. И правая нога к правой руке ставится. Если она не дошла, мы ее берем и приставляем рукой. Хорошо. Сзади нога прямая, левая. Со вдохом руки вверх. Вдох. Выдох. Плечи вниз. Здесь дышим. Вдох. Выдох. Здесь вдох еще. Выдох. Вдох. Руки намасте перед грудью. С выдохом левый локоть за правое колено. Скрутка. Сзади нога прямая. Дышим. Вдох. Выдох. А сейчас 5 дыханий огня. С втягиванием живота. Вдох. Выдох. И еще 5. Можете положить вот это колено, если вам очень тяжело. Вдох. Выдох. И еще 5. Молодцы. Вдох, руки вниз. Выдох, живот втяните. Вдох, планка. Выдох, чатуранга. Локти вдоль корпуса. Вдох, собака мордой вверх.
Выдох. Собака мордой вниз. Здесь дышим. Вдох. Вытягиваем спину. Выдох. Отталкиваемся руками от коврика. Вдох еще. Выдох. Со следующим вдохом замах левой ногой назад. Бедро не раскрываем. Выдох. Колено груди. Вдох. Замах левой ногой. Выдох. Колено груди, таз вниз. Вдох. Замах. Выдох. Груди. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь вдох. На полупальцы. Выпрямляем оба колена. Руками толкаемся. И раскрываем ногу. Раскрываем бедро. Выдох. Вниз таз. Вдох. На полупальцы. Оба колена прямые. Выдох. Вниз таз. Колено груди. Еще раз вдох. Выдох. И здесь 5 раз. Выдох. Выдох. Выдох ближе к груди. Выдох. Выдох. И левая нога около левой руки. Подставляем, помогаем себе. Вдох, выдох. Отстраиваем позу. Одним движением вдох. Руки вверх. Выдох. Плечи опускаем. Дышим. Вдох. Выравниваем тазобедренные косточки. Вот так. Не стоим. Вот так как-то. Выравниваем. Они на одной линии. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох, руки намасте, с выдохом правый локоть за левое колено. Здесь вдох, выдох, и я к вам повернусь лицом. Делаем 5 циклов дыхания огня. Вдох, выдох, спокойный, еще 5. Вдох, выдох, спокойный, пупок не забываем втягивать. Молодцы! Вдох, руки вниз, выдох, живот втяните, планка, вдох, выдох, чатуранга, вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз. Здесь можете попереминаться с ноги на ногу. Вдох на колени. Выдох, таз назад, руки вперед. Расслабьтесь. Вытяните спину, расслабьте шею, спину. Чуть-чуть отдохните. Хорошо, поднимаемся. Сейчас переходим в положение на четвереньках. Ладони под плечами, колени под бедрами. Вдох, выдох, собака мордой вниз. Со вдохом замах правой ногой вверх, выдох. Колено груди, правая нога около правой руки. Вдох, выдох, отстройте положение 5, поза воин 1. Вдох, выдох, плечи опущены. Теперь делаем так. Вдох. Мы выпрямляем правую ногу. Правая нога прямая, левая тоже. Выдох. Мы сгибаем обе ноги и руки в стороны. Руки сильные. Вдох, выдох, вдох, выдох. Повторяем. Вдох, выдох. Живот втянут. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, молодцы, вдох. С выдохом разворачиваем левый носочек, правая нога согнута, руки в стороны. Я повернусь к вам, поза воин 2. Поза воин 2, это правая нога согнута под 90 градусов, левая нога выпрямлена,
носочек параллелен краю коврика. Руки прямые. Вдох. Выдох. Руки за голову. Вдох, наклон. Выдох. Назад. Вдох, наклон. А с выдохом втягиваем живот, как бы напрягаем назад. И за счет мышц пресса, за счет боковых мышц мы себя назад поднимаем. Вдох. Выдох. Все тело крепкое. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Молодцы. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Выпрямляем ногу. Вдох. Выдох. Выпад. И сейчас, внимание, 10 раз активных таких движений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Вдох. Планка. Выдох. Чатуранга. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Отдышитесь. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте спину. Отдохните. Вдох медленный. Медленный выдох. Теперь то же самое нам нужно сделать с левой ноги. Со вдохом левой ногой замах вверх. Выдох. Колено к груди. Левая нога около левой руки. Отстроим положение. Со вдохом руки вверх. Одним движением выходим в позу воина. Выдох. Плечи опускаем. Сзади нога прямая. Вдох. Выпрямляем и левую ногу. Выдох. Обе ноги сгибаем. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Живот прижат. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вверх. Выдох. Разворачиваем левый носочек. Правый носочек параллельно короткому краю коврика. Левая нога сгибается. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Руки назад за голову. И повторяем. Вдох. Наклон. Выдох. Сильным корпусом вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги статичны. Вдох. Выдох. Только корпус. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Руки вниз. Выдох. Живот втяните. И сейчас втянутым животом 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Вдох, планка. Выдох, чатуранга. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вытягиваемся от ладони до копчика. Вдох на колени. Выдох, таз назад, руки вперед. Отдыхаем. Тянемся вперед за руками. И медленно-медленно сейчас круглой спиной, круглой-круглой спиной садимся. Выпрямляем спину, прокрутим плечи. Еще 3 раза прокрутим плечи. Вдох, плечи вверх, назад, выдох, вниз. Еще вдох, плечи вверх, назад, выдох. И еще раз с удовольствием. Вдох и выдох. Не знаю, как вы, я устала. Активная практика была. И сейчас вообще самое время растянуться. Можете попробовать одно из моих видео на экране. Сделать растяжку для спины, для всего тела. Будет полезно.
Я вас благодарю за практику. Вы мысленно тоже поблагодарите свое тело за практику. Я думаю, завтра вы почувствуете свои мышцы. И желаю вам отличного настроения. Пока!